Чуть больше месяца в Абакане работает государственная микрофинансовая организация. Рассчитывать на сумму до 3 миллионов рублей может только малый и средний бизнес. Условия более чем выгодные. Срок возврата денег до 3 лет на 10% годовых с залогом и поручительством. Ставка небольшая и в дальнейшем возможно снижение процентной ставки. На что мы предоставляем займы? Возможно приобретение основных средств, модернизация, реконструкция, ремонт основных средств, на пополнение оборотных средств, а также первый взнос по лизингу. Представители малого и среднего бизнеса уже заинтересовались предложением. В основном заявки идут из сферы производства и сельского хозяйства. В Минэкономразвитии Хакасии отмечают, новая мера поддержки бизнесменов введена в нынешнем году в качестве альтернативы, чтобы предприниматели могли поддержать свое дело без больших потерь. Происходит уход от прямых мер поддержки предпринимателей, такие как субсидии на безвозвратной основе, в сторону возвратных мер поддержки, в частности микрозаймов. В регион были привлечены федеральные деньги, и на данном этапе как раз идет подбор предпринимателей для выдачи этой меры поддержки. Узнать условия предоставления госзайма бизнесмены могут по указанному телефону или на сайте Гарантийного фонда Хакасии. Катерина Ярушина, Руслан Шалгынов, РТС.